есть свой маленький такой центр в Ташидже, друзья. Это Ташидже относится к перегород Сливки. Вот такой продуктовый магазин. Туристический район, район Ташидже. Здесь живут очень много русскоязычных людей. Мясник есть. Вот Микрос. Микрос есть. Банк есть. Поликлиник есть. Вот так. Вот такой рыбный магазин. 20 лир кефаль, 25 лир, 55 лир леврек, чупра, 50 лир. Вот такие цены здесь. Я не знаю, это дорого или нет, но это все морская рыба. Есть такой два этажа ресторан есть, вот даже три этажа можно сказать. Все продукты в магазин, вот это маркет, все есть, и здесь есть вот такой маленький пирс, туристический пирс, такси, кафе, ресторан, все район Ташидже. Вот здесь цена тоже написана, такси какая цена, 10 лир до перекрасить Сливки, вот 40 лир. Чуй, здесь есть возле моря детская площадка, вот такой вечером здесь, конечно, полно народ, народ много здесь вечером. Сейчас жарко, конечно, днем, время час днем. Жарко получается. И вот здесь вот этот корабль есть. Там люди готовят балык экмек и кушаем балык экмек. Вот. Балык экмек. Здесь яхты есть, еще можно отсюда путешествовать, кататься до Тисан. Тисан, здесь есть туристический место, маленький кусочек места Тисан. Отсюда можно снимать яхты и можно кататься весь Мерсин на берегу. Вот такие корабли есть, яхты, люди катаются здесь. Заранее нужно просто заказывать. Видите, здесь маленькие-маленькие вот такие места. Открывали очень много. Здесь где-то кафе, ресторан, где-то холодные напитки продаются, где-то мороженое, где-то чай, кофе и гёздимы продаются. Пичи-пичи. Кулай гелсин. Гёльге бир ер вар ми тут? Бичи-бичи алабилир мийм? Вот.
вот это хочу пить, биди-биди, что такое, я не знаю, посмотрим, что это такое, я ни разу не слышал. Вот здесь тоже есть. Гелер. Биди-биди, будем сейчас пить, посмотрим, что это такое. Вот это снег, лед, и потом вишня, добавляем вишни, еще клубника. Это название, друзья, бичи-бичи. Бичи-бичи, да, Мёста? Нет. Бичи-бичи, вот так смотрится. Карсамбаша бенziyor, да? Карсамбаштан фарки meyveler ve içindeki muhallebisi. Muhallebisi. Ve bu. O ne? Pudra şekeri. He? Pudra. Pudra şekeri. Pudra şekeri. Evet. Вот так готов, да? Evet. Вот так готов. Бичи-бичи наш. Еще есть такое место, которое ручная работа, которое продает такой игрушка, маленький базарчик, красивый такой, ручная работа. Куаяся. Вот такое, все это ручная работа. Красивее. Очень хорошо. Вот такой. Еще книга продается. Вот такой, который не нужно дома. Они переносят здесь, продаются. Это все ручная работа. Видите? Все ручная работа. Вот так, вот так, вот так, вот так. И здесь есть бар, ночной клуб. Вот против нас ночной клуб. Вот здесь живая музыка, ночной клуб. Видите, друзья, даже здесь на русском написано. На русском вот гастроном. Гастроном. Гастроном написано на русском. Значит, русские сюда переходят. Вот так. Здесь есть такой красивый, хороший один рыбный ресторан. Такой шикарный, хороший. Хочу туда зайти, посмотреть, вот рыба даже на улице уже показывает рыба. Вот такой светильник, красивый рыбный ресторан, необычно. Вот такой украшений много именно. Рыбный ресторан. Такой красивый, хорошо. Вот в таком виде. Если вы тащите, приедете, обязательно в это место заходите. В таком виде кушайте морской продукт и наслаждайтесь.
и рыбный ресторан обязательно в таком виде. Надо кофе попить, друзья, я вам это рекомендую. Потому что действительно в таком виде еще есть здесь такое место. Вот. Здесь такое место есть, кафе. Вот в таком виде готовит. Они очень красивые, вкусно. Турецкий кофе. Вечером люди переходят сюда. Вот сзади даже здесь сидят. Наслаждается, отдыхает, но не как все, как я. Все не как я, что днем в таком жаре не ходит. Большинство людей сюда переходит и пьет кофе, отдыхают, перегорят сливки. Район Ташуджу, который где живут очень много русскоязычных людей, почти 5000 русских здесь живут. Почему живут? Я не знаю, потому что здесь песчаный пляж, здесь хороший пляж, самый лучший пляж считается в этом районе Кумали. Даже название Кум — это песок. Махалле — улица, поэтому даже название улица песчаный улица, да, получается так, Кумали, вот так. Еще, конечно, отсюда уже недалеко атомная станция, кто там работает, в этом районе живут, поэтому в этом районе развитие идет очень быстро. Аренда здесь дороговато, чем в других районах, и здесь недвижимость тоже немножко дороговато, чем Пече, чем Тюмик. Очень вкусно, действительно. Я люблю кофе именно всегда на море пить. Это очень просто счастье. Сейчас вот этот воздух, морской воздух, действительно невозможно вам через камеру это донести. Друзья, вот, решил просто немножко вот этот район Ташуджи вам показывать. Именно жизни. Потому что иногда спрашивают люди, еще район Ташуджи тоже. Большинство людей покупают недвижимость. Конечно, это район Тече, Тюмик, Арпач. Там покупают. Но иногда про Ташуджи тоже спрашивают. Неважно. Все равно это все районы друг друга недалеко. Если вы даже Тече, район Тече, Тюмик будете жить, вы можете через полчаса попасть в район Ташуджи. Они все друг друга рядом, друг друга соединяет, поэтому неважно. Покупаете, например, Тече, можете всю району кататься, посмотреть без проблем, друзья. Почему город Мерсин, почему вы знаете? Потому что здесь очень доступная цена. Очень доступная цена. Теперь я не буду говорить дешево. Андрей говорит, что это дешево слово. Слово не очень хорошо озвучить. Дешево слово не буду говорить. Доступная недвижимость пока в Мерсине, дорогие друзья. Почему доступная? Потому что только что здесь начинается, туристы приезжают, узнают про город Мерсин. Но все, очень много количества людей. Действительно, очень много людей приезжают и хотят здесь недвижимость покупать. Даже мы и не успеваем общаться. Иногда некоторые обижаются, не обижаются, хорошо? Мы тоже люди. Мы, да, работаем для вас. Это не значит, что у нас душа нету. У нас тоже энергия иногда заканчивается, поэтому не обижайтесь. Мы пытаемся всем отвечать, всем помогать, пытаемся рано или поздно, все равно пытаемся отвечать. Иногда немножко позже отвечаем, но отвечаем, по-любому отвечаем, друзья, ваши вопросы, звонку. Так что, особенно я оперативно отвечаю обычно. Кто мне пишет, я сразу отвечаю. Через течение 5 минут, даже я за рулем, все равно отвечаю, друзья, потому что вы для меня важны. Потому что я люблю свою работу, потому что я уважаю свою работу, потому что это мне счастье дает. Разные люди от
чего-то получает счастье, я именно получаю счастье от своей работы, потому что я очень люблю быть полезным, потому что как-то результат есть, другие люди получают счастье, я тоже получаю удовольствие, счастье, потому что много причин есть, что я вот так активно полезный, хорошая работа именно для вас, потому что я самый главный, люблю свою работу. Удачи вам, друзья, берегите себя, если знаете, на какой-то вопрос есть, обращайтесь ко мне, потому что это моя родина, я здесь родился, я очень хочу, чтобы моя родина развивалась, я себе так чувствую, как будто это моя задача, дорогие друзья, хочу, чтобы в Мерсине было все хорошо, все хорошо, поэтому я все максимально, всю свою энергию, время трачу, чтобы у меня было все хорошо. Удачи, берегите себя, я вас очень люблю. Пока-пока. Итак, друзья, здесь район Ташучу открывали вот такой магазин, который домашние продукты продаются, вот такой варенье домашнее. Вот пекмес, продукт пекмеси, айва, речели, девес, потом инжир тоже есть, вот такой. Это что такое, не знаю, там у нас козыречели. Вот. Козалак пекмеси, очень разный, много что-то. Здесь есть вот такой магазин, здесь сухой продукты тоже продаются. Все это чистое, ухоженное. Если приедете в район Ташучу, обязательно заходите в это место, потому что здесь именно для подарок тоже можно купить вот такой десерт, туристский десерт, джезери по-турецки название, килограмм 40 лир, килограмм 40 лир, еще есть домашние яйца здесь, вот такие вещи, домашние яйца тоже есть, вкусно, я лично для себя уже брал килограмм, подарок в Алании.